Ну что, поехали? Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, канал Weed Games. Начинаем проходить One Stalker, как я и обещал, с понедельника. Скачал на русском, чтобы не париться. Блин, какая-то все-таки клевая игра. Реально. Я уже, правда, забылся, ничего не помню, но будем разбираться и вспоминать. Будем разбираться и вспоминать. Так что подсказывай мне, понял? Ай, заставочка пошла. Блядь, вот это я хуй пройду, отвечаю. Блядь, это Story of Tor 2, блядь. По порошкам. Это по-любому. Это прям 100 пудов. Бляха, муха, чую жопа. А это даже пропустить, кстати, нельзя. А, типа за золотой стат... Чё-то я помню такого. Стата Аджупты. Аджупты, блядь, какая хуй разница, в принципе, никакой. Мужик какой-то, блядь, не помню ничего. О, у него, блядь, тапки нахуй здоровый, пиздец. Ха-ха-ха! Ай, блядь. Сегодня... Серию коротенькую нас сделаем, ознакомление с игрой, я ничего потому что не помню. Хе-хе, наконец-то, статуя джипты в моих руках, вот обещанная награда. О, нормально, два косаря. Ты в самом деле весьма неплохой охотник с сокровищами. Ха-ха-ха. Думаю, ты заслужил отдых, а эти монеты помогут тебе его провести. Ясен хер. Эй, что это? Прошу вас, помогите. Кто ты? Эй, вы, а ну быстро отдайте девчонку. Девчонку отдали. Да-да, сюда давай. Они знают, что я видел сокровище короля Нова. Они сделают все, чтобы заставить меня говорить. Ах вы суки. Ха. Вероятно, даже убьют меня, кто знает. Но спасите меня. Минуточку. Ты сказала сокровище короля Нова. Да, что вы там мнетесь? Я... Велела отдать мне эту девчонку, живо. Валим отсюда! Валим, я сказал. Охрененно ты спрятался. А все равно далеко не уйти. Чувак, мне далеко и не надо уходить, мы слепые. Все. Эй, малышка, ты правда видела легендарные сокровища? Найджел главного героя зовут. Какая тебе малышка? Мое имя Фрайди. Ладно, ладно, успокойся. А теперь говори, я как-никак спас тебя. Ой, блядь, какой ты, сука, высокомерный мудила. По правде сказать, я не совсем видела. Не придуривайся. Зачем тогда они гнались за тобой, если ты не видела сокровищ? Ну, логично, кстати, да. Ну я их не видел, но знаю примерное расположение. Блять, что-то не знаю, прям мне корошно такие рожи у них. Отлично, тогда отведи меня туда. А остальное сделает мое врожденное чутье на сокровище. Ну. Ок. Погнали. Уясни в одной, здесь командую я. Ну понятно. Нормальная птица такая. Сокровища действительно спрятаны на этом острове. Надеюсь, багов в соусской версии нет здесь. Climax Entertainment. Кофеёк теперь в вебке, чуваки. Надеюсь, что ты ничего не перепутала. Эта здоровенная птица обобрала меня до последнего золотого. Я прочел, обосрала меня. Ой, блядь, ну корабль уходит на остров только раз в месяц. И разве ты не сказала, цена не имеет значения, я должен быть там немедленно.
Да, но 2000 золотых это уже чересчур. Думаю, сокровище стоит куда больше, согласен? Ну да, кстати. Надеюсь. Как ты, как говорится... Блять, не успел прочитать. Ой! А можно управление поменять? Нет? Блять, хамуха, мне бы управление поменять. А, ну в принципе, ладно. Ой, бляха, прыжки. Ладно. Навстречу. Блять, как тут поворачивать неудобно, сука. Намучаемся мы, пацаны, здесь. Ой, намучаемся. Бляха, как на стике неудобно. Я ничего не помню уже. А это что такое? Да, блять, подойди. Ой, сука. Горе и смерть тому, кто ступит на землю сию. Ясно. Блять, вот почему у меня в детстве крестовины на геймпаде от Сеги ломались. Я понял, все, я вспомнил, да. Из-за этой игры. О, опять хпшек хорош. Пока не сложно. О, еще сундук. Ну, за это, конечно, спасибо. А, вон, 5G. 5 голды. Понятно. Как много, блядь. Ладно. Да, блядь. Пиздец, надо будет. Сука, на клавиатуре, что ли, играть? Это как... И куда? Пойдем сюда. Не зря выбрал это место. Блять, надо сначала повернуться, а потом идти, понятно. Да, блять, повернись ты, сука. Так, она... О! Да, блядский свет! О, это, походу, очень жестоко будет. Шестая, да? Шестая, да, хорош. А, блядь. Пиздец, как надо стик выдавливать. Ой, там камень. Там булыжник, сука. Эй, сундука... А, это по скрипту, блядь, точно. Я тут еще окажусь. Точно, то есть я начинаю вспоминать потихоньку. Но ни хера я до конца ничего не помню. Не помню. О, понесло-то как ебать. Бунь нахуй. О боже, человек, ебать у тебя рожа. А, это типа волка. Надо рассказать дедушке. О! Ау! Ну сколько можно спать? Я думал, что он такой лентяй. Пусть отдохнет, вы можете оставаться в деревне сколько пожелаете. Спасибо. Спасибо, но мы спешим. Вставай, пришло время продолжать поиск. Блять. О, да, я ну. А, знаешь, по-любому где это. Понятия не имею. Врун! Блять, сука, какое же кривое управление. Я вот нажимаю вниз ему, а он, сука. Блять, изометрическое ебучее. Ой! Вот я не могу выйти. Блять, пиздец.
Надо в следующей серии попробовать на крестовине поиграть. Да, блядь, ты можешь, сука, зайти туда? Ой, блядь, это пиздец. Да, тут сейвиться можно. Сейчас вспомню, что за книги тут. Охуеть, тут и такое есть. Да, блядь. Отравление, но это как в Шанинге. Положи на место. Да возьми ты, блядь, выкинь нахуй. Проклятие, понятно. О, книга записи, ну-ка. Блять, как сука бесит. Все, спасибо, чувак. Сейф тут, короче. Это пиздец. Это пиздец. Я охуеваю. Я вот жму, сука, вниз, он поворачивается, блять. Бля, это пизда. Ебать, какое ж кривое управление, нахуй, я хуею. Я жаловался на свое второе управление, блядь. Так, чувак, а ты что тут залип? Вам же лучше хорошо, а где ваша спутница? Я не шмаканявка, ха-ха! Блядь. Нормально, она ему зарядила. Так, это что за херня? Западнее Гумы дороги разветвляются на два направления. Правая дорога ведет к большому городу Меркатору, а левая к городу Райма, который известен своим маяком. Ясно. Сука, давай, блядь. Здрасте. А разговаривать будем, нет? А, блядь, ну я же отсюда и вышел, чё я туплю-то? Сука, заходить в здание это проблематично, блядь. Так, это чё? Опа. Это хавчик, по-моему, так называется. Да, блядь. Понятно. Надо просто стих по диагонали нажимать. Это не совсем прикольно, блядь. Точнее, не совсем удобно. Зерна, сади и смотри за их ростом. Скорее на грядках ты вспоришь их просто. Мешок упакуешь и в город пойдешь. Счастье в деньгах ты за них там найдешь. Это песенка фермера. Мои продажи урожая быстро растут, когда я пою эту песенку на рынке Мертокория, понятно. И музычка поменялась, сука. Сложно было, блядь, две клетки прохода сделать. Так, опа, кувшин какой-то нарисован. Хотите остановиться? А, это отель. Нет, не на. Тут карта же есть. А, блять, как сука бесит. Да. Ух, ебать, как тут всего много. Видал, сколько всего? Пиздец. Да, немало. Тут что есть? Опа, мужик, здорово, а ты что тут делаешь? Так. В последнее время к нам заходит слишком много подозрительных. Вот, какой, сука, подозрительный. А, карманник, как ты, сука. Как же не дать открыть, у меня глаз намётан. Вы уже встретились с мудрецом храма под водопадом? Нет. Ха-ха-ха, тебе еще учиться и учиться, салага. Ах ты пес, я еще приду к тебе, мразь. Ебать, как это, сука, бесит. Так, там еще два здания, тихо. Блять, кто придумал это управление? Сложно было просто реализовать все на стрелках, блять. Еще хавчик, хорошо. Даже вот здесь только себя помню. Когда-то деревни Масаны и Гуми были лучшими соседями. Кто-то начал вражду, а кто начал вражду, никто. Точно и не... Погодите, я знаю. Нужно найти мудреца
В храме под водопадом. Возможно, он сможет помочь вам. Я уже понял это. Вам нужно увидеться. Я понял тебя. Блять, как это? Сука, бесит, это пиздец. Так, а это что такое? Опа! А, нет, спасибо, а это что такое? Ебать, нет. Тут магазин, короче, вот как выглядит. Я понял. Эх. Так, ну что, вываливаем отсюда. Ой, собачка, привет. Ой, пошире проход-то, блядь. Приходили громилы из Гуми и разрушили мост. Теперь невозможно перейти на ту сторону. Они были одержимы злым духом. Кто-нибудь, пожалуйста, сообщите вождю. А тут есть что? Вот на больших территориях нормально двигается, а вот на узких это пиздец. Так, это дерево телепорта, но оно пока не работает. Вроде как оно так работает, я уже не помню, что делать надо. Все в комментариях, ребятки, я ничего не помню. Кто помнит, тот подсказывает. Кто не помнит и пишет просто такую хуйню, не надо этого делать. Опа, развилочка. Во, мне наверх. А, ну тут и не пройдешь, да. Бля, опять пищи. Стоп. Эй, а как? Пока никак, понятно. Бля, музыка классная, конечно. Возьми камень, нет? А, вот тут я упал как раз, хорошо. Вот и храм, отлично. Опа, живая, по-любому. Кто-то из них живой будет в конце, я понял. Блять, ну зайди ты, сука. О, фармить можно. Так, туда, по-моему, падать не надо. Или наоборот надо. Ой, блядь! Ладно. Ключ! Хорош. Ключ, хорош. Блять, опять... Пузырь респанулся. С них, кстати, деньги можно фармить. Вполне неплохо. А, это я не тут упаду, потом, по-моему, блять, не помню. На выходе вроде. Ключ есть, так. Ой, блядь! Ух, нихера себе с первого раза. Опа. Так, 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 это куда? Ай, блять, сука, дамажнули. Помнить бы, что делать, блядь. Понятно. Сука, какое же кривое управление. Кнопка. Ага. Подожди, а что она делает? Это куда? Иди нахуй. И нахуя мне сюда? Ладно, я иду пока как идется. Ну эти капельки это как в шанинге слизни, ни о чемные. Так. Псы, блядь. Не понял. А наверное сюда рано еще.
Зато я денежек нафармлю. Блять, ну запрыгни, блять. Чувак, пожалуйста, запрыгни. Так, я... наверное, тут вот так это делается. Нормально. Допёр. Тихо. Опа. Это, конечно, здорово, но, блин, мало денег дают, мало. А что мне тут делать? Кнопку нажать только, да? Угу. И валить туда, где статуи были. Они, наверное, сейчас отойдут. Блять, как же, сука, бесит. Вот я вверх, сука, ему жму, пидорасу. Извиняюсь за мат, но бесит, пацаны. Просто накаляет эта херня. Вы опять, суки, здесь? Ладно, деньги не лишние. Уже полтинник практически. Нет, следующей серии... На крестовину. Опа, хорош. Блять, надо, сука, на Алиэкспрессе купить USB-шный сеговский геймпад. Ёб твою мать! ЧЕГО?! Ебать меня... Она, по-моему, только один раз воскрешает. Да ладно! Да вы чё гоните?! А чё так жестоко сейчас было? А чё тратится... Кстати, пацаны, пишите в комментарии, а чё тратится на воскрешение меня? Потому что я сейчас два раза сдох, и мне просто тупо сейчас фартануло. Просперо. Чего шумишь, юноша? Позволь мне представиться, меня зовут Просперо. Зачем пожаловали? Пиздюлей тебе дай. Вы пришли сюда в поисках сокровищ короля Нового. Сожалею, но я совсем ничего не знаю о них. Хотя, недавно я наткнулся на фрагмент документа из легенды о короле Ноле, вроде так. И что же в нем написано? Очень давно, во времена правления короля Нола, большая орда солдат прибыла в те края. Почему сюда? Война же была на большой земле. Для чего был нужен этот остров солдатам? Они, должно быть, прибыли сюда защищать что-то очень ценное для короля Нола. Ну, конечно же, так и есть. Не спеши, девочка. Нет никакого основания полагать, что они защищали именно сокровища короля. Может и нет, но я чувствую, что дело в сокровищах. Вы знаете что-нибудь еще? Я поищу сведения в моих книгах. Зайдите позже, возможно, я найду... А, я кое-что найду для вас, хорошо. Я изучаю древние документы. Могли бы вы еще дать мне... А, изучаешь документы, понятно. Так, ну... А, мне вываливать надо, короче, походу. Да, блядь! Как же, сука, бесит! Вот и нажимаю, блядь, из... По диагонали все управление, блядское. Как же, сука, накаляет, а? Ай-яй-яй-яй-яй.
Юзануть, короче, хпшку. О, пополнилось. А, меня, наверное... То, что хапчик в инвентаре воскрешало, да? Наверное. Хотя не знаю. Пишите об этом в комментариях. Да, блядь, ты можешь нормально... Ой, сука, кривой, блядь. Еблан. А мне, по-моему, сюда упасть-то можно как раз-таки. Или нет, блядь? Или здесь чисто этот? Ага, нихера нельзя, ясно. А, ну зато я перебрался, спасибо. Блять, как же это накаляет. А, тут открылся проход, его, по-моему, не было или был. Блять, ты можешь, сука, к сундуку подойти. А смысл? Чё дальше? Блять, что же эта статуя делает? Я не помню. Ладно, мы вывалили отсюда, хорошо. Вот на большой карте он ведет себя нормально, блядь, при передвижении, блядь. В помещениях он просто уебанствуки себя ведет. Просто ублюдски. Ну сюда рановато еще, походу. А, там, походу, мост уже сделали, да? Пока время прошло. Я, может, еще ребенок, но могу показать им гумийцам, где раки зимуют. Ха. Мы разрабатываем план действий. Ах ты, падла, это была последняя капля. Им этот вандализм просто так с рук не сойдет. Блять, а дайте пройти. Ладно, мне, наверное, опять в деревню надо возвращаться. Да сука. Ужасная трагедия произошла вскоре после вашего ухода. После того, как мы починили мост, громилы из гумы проникли в деревню и похитили Фару, а, девчонку. Так, а что делать? Стой. Чё ты, куда ты, сука, убежал? Погоди. Ох, пожалуйста, спасите мою внучку. Я понял. Блин, денег, кстати, на жизнь не хватает. Мог бы еще одну жизнь прикупить. На, сука! Ебать ты, долбоёб, я ему жму вниз, он, сука, не хочет. Так, ну пошли спасать. Уйди нахуй. Да ёбаный в рот, ты чё, дурак, что ли? Да, надо на крестовину переключаться. Обязательно. Блять, не та кнопка. А, та, он просто не ударил, долбоёб. Так. Вот, блять, я ему, сука, нажимаю, он ёбнутый, блять. Блять, повернись, пожалуйста. О, синий пузырь.
двойной, да? Второй. Ух, ебать ты мощный, падла. На то и как в шаринге, тоже обычные никчемные, то синие, блядь. Слизни. Отсылочка, да? Ну это шутка, конечно, никакой там отсылки нет. Это просто совпадение. Иди нахуй, чтоб не мешался. А в серьезных файтах-то это управление меня подведет. Ах ты пес, я тебя даже не заметил. Блять, я понял, да-да-да, я помню тебя. Ебать, он меня снес хпшки. Так. Храм на болотах, деревня Гуми. В храм мы, по-моему, пока что не можем попасть, да сука! Надо подлечиться. Ага, нечем, сука, а вот это косяк. А вот это косяк. Пизда, улям. Как? И где я начну? Эй, в смысле, блядь? В смысле? Бля, я забыл в деревне, сука, записаться, да? Я же записывался. Блядь, ну ладно, буду, я перепройду. Ладно, ребятки, ну так вот такое ознакомление, короче, получилось с игрой. Блин, не знаю, пишите в комментариях. Управление надо что-то делать, это реально какой-то трешак. Вот. Спасибо за просмотр, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока.